Такой метод, как полимеразная цепная реакция, там, где смыв берется из носоглотки, это хороший достоверный метод. Он дает результат в течение 3, иногда 5 дней. Экспресс-диагностика – это быстрый метод, который делается в течение 10-15 минут, но, к сожалению, он может не определить наличие заболевания в первую неделю. Ближе к концу этой первой недели он только показывает положительные ответы. И есть еще метод, который не является специфичным по отношению к инфекции, но считается во всем мире очень чувствительным. Это компьютерная томография органов грудной клетки, легких. Она на ранних этапах показывает то, что есть поражение легочной ткани по типу матовых стекол. Это специфичное поражение, и иногда это первое, что мы можем обнаружить у пациента. Зачастую возникают вопросы у пациентов, у населения насчет аускультации. Это когда слушают легкие с помощью фонендоскопа. Вот этот метод считается очень малочувствительным как для постановки диагноза, так и для определения состояния в динамике. Лучше повторять или компьютерную томографию, или в тяжелых случаях используется ультразвуковое исследование легких.